Денис? Чё? Сколько стоит первое место? Я не знаю. Да, рассказывай. Судья, кто? Да. Ты потом фотки скинешь? Да. Касание. Есть? Есть. Только у меня потом кто-нибудь посмотрит. Ага. Вот. 5 баллов? Да, 5 баллов. Я думаю, у нас тут у всех будет баллов по 100. По-моему, там все-таки один загребет на эту. Да загребет, да. Только задние колеса, вот они не пройдут. Длинная база, вот это на самом деле тяжело. Далеко. Получается, о, Капец. Ну как? Нет, это... Давай. Сбила. Скоро вперед. О, видишь? Электроника-то хорошая, что делает. Чудеса просто. Я вот тоже мечтаю о хорошей электронике. Такой же, как вот сейчас построится. Все запотать. Лёха заснимет зеленый экран. Потом возьму еще. Два коллекторных таких недвижка для Сашки. Вот он меня задолбает своими звонками. Ездил бы на участие хоть так. Да. Ну сейчас будет 10. Ну пасик. А вот и факт. Нет. Все правильно. У меня на дефе стоят. Боковым зацепом надо цеплять. Записываешь, да? О! Самое главное правило не ходить по трассе, потому что да. Кто сбил старт, тот снимается с позором. Можно тогда вообще не ехать. Да я, это же шутка. Понятно. Смотря какая у кого стройка. Чисто. Вот здесь, кстати, на медляке можно заехать. Вау! Рука? Не, это самое сложное оказалось. Ну вот тебе будет веселее на втором. Ходы. Оп! Ага. Вот этот камушек, он мешает всем. Эй! Газом. Тебе повезло? Какие-то там деньги или еще что-то же. Мы же для интереса. А что, приза не будет? Приз будет, но только не по местам. Точно будет. Ну не за места. Пластик этот вообще. Слушай. Задел. Еще раз задел. Газуй назад, скатись. Еще задел, да? И снес. Это было больно. Задние эти призы. Вот там квадратик. Пройден, это самое. Да, уже не выгонит. Квадратик этот самый. Где?
Ай-яй-яй-яй-яй, надо. Да-да-да-да-да-да. Все, все, все. Так, так, так. Нет, забил. Ты не намылил-то. Для этих, для фоток. Жужжит прикольно, наоборот. Так-то да. Ну кто его знает, что там? На всех кадрах. Я кого-то пропустил, да? Да. Пакет какой-то стоит. Ага. Ой. О! Ну хоть так. Да. По правилам, не знаешь, что за подсказки? Палец сломаешь. О, теперь крутой. Не-не-не, до конца, до конца, до конца. Прям туда? Да-да-да. А теперь выворачивай руль. О! Да, и на кузо садись. Да, теперь вот теперь тут и сидишь. Говори. Че с вами соревноваться? У тебя тоже расширители стоят? Нет. Кекса, что? Утяжители стоят. Расширители кекса. Так вот, на сторону тебя. Я думаю, нам еще лет 5 покатать будет время. А потом тут все зарастет травой и все. И деревьями. А какой сейчас? Это пятый, да? Да. Да, сейчас шестой. А шестой? Пятый ворота, пятый... Оу! Задел. Шансов вообще практически нет. А если центрак какие-нибудь, может быть, помогает? А, ну он тогда разгонится. Надо вот здесь положить, я поеду. Давай, давай! Да ладно! Нормально, прошел. Ну то, что колеса замыленные уже, да? Ну просто мостик, мы хотели больше сделать, но потом думали, вдруг дождь будет, а мы тут никто не... А дождь был, кстати. Дождь был. Задел просто. 5 баллов. Как-то слабенько ты задеваешь. Молодец. Кашка, нечестно. Я как, кому-то ты отдал ее. Смотри-ка, заехал. Да, клади да. Наверх. Пошел. Она наверху. Пропер. Если руками заденешь, будут руки. Так ну, запаску держишь, пока убери. Клади обратно. Надо? Да конечно, она как она? Ну а блин, он же ей иногда он же читерски пользуется, ее переставляют в разные стороны. Ну, она на машине должна быть. Все, что есть на машине, можно всем пользоваться. С первого раза, ну. Ой, стой. Она мягкая, потому что. Я тебя снес. Да. Потом бери уже. Там это, мотор вот поставил другой. Нет, мы же
Где судья? Да. Я понимаю, что тихо. Купил бы эту аппаратуру. Вот там не моет, не там не моет. А брызговики мягкие, не тормозят? Как и ВЛТ, да? Мы думали, что ВЛТ шире, а нифига подобного. Вот здесь коварное место, бампером. А, не все нормально. У меня бампером раз, и у меня зад начал спускаться. За него держится просто. Походу сход. Сход? Что, совсем? Да, да, давай. Грязь залезли, да? Водитель там. Для соревнований надо таких кузовов. Для соревнований надо котлету. Типа вот это, ТФЛ, которая. Каркас. Ну каркас ТФЛ, это вообще не. Не, почему? Вот даже твоей кабины взять. Молодец. Кстати, да, можно было задом спуститься на лебедке. Молодец вообще. О, стой, лебедку оставь. Мокрый весь, страх натерпелся. Что снимается? Бля, у меня такой же стоит, я грежу. Тебя антенна спасает еще.